Добрый день, зовут меня Роланд, команда системы управления. Сегодня играли с командой Элка. Хорошие ребята, хорошо сыграли, спасибо им. Вот. В принципе, организация вся очень хорошая, поле качественное, судейство тоже нормально. Нам чуть-чуть не повезло, проиграли мы 8-4. Ну, игра есть, во втором тайме поджали, забили 4 мяча. В принципе, могли выиграть, но вратарь у нас заболел, стоял простой игрок, футболист. Поэтому так столько мячей пропустили. Ну что ж, это игра, в следующей игре выиграем. Спасибо.